Всем привет! Вы на канале Baby Room, и наш сегодняшний выпуск посвящается вот такой вот черепашке, которую мы, между прочим, наполовину сделали сами. Дело в том, что у меня когда-то была очень красивая статуэтка черепахи. То есть я еще давно знала о том, что статуэтки черепах приносят счастье, удачу, богатство. То есть очень хорошо, если в доме есть хотя бы одна такая статуэтка. Вот, но Викуся, когда была маленькая, ей тоже очень нравились статуэтки, набрала их, играла, очень, скажем так, любила активно с ними играть, и так получилось, что голова отлетела, лапки, и вот остался только панцирь. Вот сегодня мы в игрушках нашли панцирь с одной лапкой, да, и вот решили отреставрировать нашу старую подружку, игрушку. Вот мы взяли пластилин, вернее, это же не я, а Викуся. Видите, долепила на голову, сделали глазки, носик, как у нашей Чипы. Кстати, эта черепашка очень похожа на нашу красноухую. Лапки две долепили, одну вообще полностью пришлось из пластилина, да, долепить. Вот, и получилось очень даже и неплохо. Довольно-таки даже симпатичная такая, не знаю, как назвать, полуподделка, что ли. Потому что наполовину она у нас из какого-то пластика крашеного, да? Вот, а половину мы доделывали уже сами из пластилина. Ну, не знаю, как в качестве статуэтки, но как игрушка вполне пойдет, да? Вот, если что-то отвалится, всегда можно заново прилепить и сделать из пластилина. То есть вот такая вот у нас интересная история с нашими поделками, да? Проделками. Вика, тебе нравится новый черепахи. Вариант черепахи? Мы даже хвостики ей сделали. Вот он, пластилиновый тоже.